судят игру. Илья Колосков, Москва. Александр Павлов, Санкт-Петербург. Право первой подачи у Югры Самотлора. На подаче у нас Владимир Чивель. Ну и посмотрим, как пойдет игра. И сразу Алексей Спиридонов желтую карточку получает. Еще игра не успела начаться. За неспортивное поведение. Вновь впади будет гвоздь. Так, Драгунов справляется. Еще раз Тикич. И тут передача все-таки была. Так, отдают Самотлору. Показывают, что было касание блока. Такого возмущения я тоже давно не видел. Ну, поговорят тут сейчас с судьей игроки. Красная карточка! Красная карточка, это значит, что сейчас должна игра Самотлор очко получить, так? Так, апеллирует чередник сейчас к судейскому столу, к инспектору. А, ну и правильно, 16 очко игры Самотлору дают. И технический тайм-аут.